Джордж Бой, по-моему, да, на Штом Спирите, Кеф на Шадоу Демоне и Артес на Андайнге. С ней противостоит им команда Zero One, Муфаса на Клинксе, Шисп на Оракле. Далее Faceless Void, Лофер его себе забрал, Оу на Джиггернауте в мидлинии, ну и Джучи на Огрмаге. А вот ситуация, ребята, решили, что зачем эти какие баны смотреть, давайте сразу в бой. Тут очень активно, кстати, себя ведут обе команды, правда, как бы это не поплатится. Сейчас Fortune Sand полетел по Артесу, большими проблемами могут возникнуть. А, но здесь есть подкоп по двоим, и со сворота еще хочется сражаться. Так просто продолжают Decay Undying, не позволять подходить просто-напросто Oracle. Oracle 400 хп сейчас. Это лишь только два Decay. Будет дальше неизвестно, поэтому... Даже интересный момент. Ну и что? Фол, кстати, опять-таки очень агрессивно себя ведет. У нас есть... У нас есть огненный стрел, поэтому в случае необходимости могут их приговорить ведь. Правда, пока что приговаривают только Джуч, да, продолжает нас. И сейчас 100 хп уже у Андэнга на второй минуте. Мощный старт. Его здесь уже не убить никому, если он продолжит в том же духе. Ну, а в остальном... В остальном команда Yellow Summon пока что лидирует. Пола с хитом. Агрессия, да, ну смотрите. 860 тут немножко вернул. 560 хп стало. Fortune Sand наскидывает. И более-менее. Но в этот раз никто агрессивно себя не ведет. Хотя драка, казалось бы, очень опасная. Там тем не менее пытается настакать Shadow Potion. Это, в общем-то, не особо получается. Лофер вынужден здесь отступать, иначе может приехать, а разворачиваться зачем? А зачем ты развернулся? Тут уже будет поддержка. Поддержка в виде Фантом Ассасина. Не стал дальше идти, остался тут около нас. Кто у нас? Или? Казалось, отдался нейтралам скорее. Да. Вот, он мог бы приехать, если бы захотел Фантом Ассасин, но не получилось. Ну смотри, что это такое? Есть у него, конечно... Ну вот так вот еще пару ударов, клинок в лицо будет выкинут, и фурсблат легчайший для команды PSM. Тут даже особо удивляться нечему, потому что когда ты идешь на 100 хп против Фантом Ассасин, даже на первом уровне, ну 60, против кого угодно, если ты идешь на первом уровне, это очень интересный момент. Ну в результате легчайшая ФБ, к тому же для кора команды. Для кора команды Yellow Submarine, там правда Шторм Спирита приговаривают вместе с Джиггернаутом и... Джуичина. Огр маги, да, через Firebust, через Ignite, пока нет шестого. Успели поймать Шторм Спирита, но в любом случае... В любом случае... Убийство есть убийство. И Андайнг отдается нейтралам тоже. Этот быстрый телепорт. Бесплатный. И в остальном аккаунт 1-1. Сравняли счет 0-1. Забрали они мидером. Ну, здесь потеряли хардлейнер, но... Единственный минус в том, что выдали, да, сейчас будет таймволк. Таймволк нужно уже давать прямо сейчас, иначе будет большая проблема. Дизрапшн будет подходить PSM, а PSM подходит. Очень большая. 19 секунд, конечно. Да, и стики, но, конечно же, отпускать никто не собирается. С PSM сейчас переагрить на иллюзии и уйти в лес, кушать танго, все замечательно. Второе убийство для кора Фантом Ассасина. Это у нее еще себе золото, еще и фласка у нее есть, так что все спокойно. Продолжает она агрессировать, и агрессия оказывается успешной. Фейслесс Войд возвращается после телепорта вновь. Там тем временем опять убили Джуича, в этот раз уже еще поддержка Клинкса была. Но то... Скоро эта лафа закончится, она вкачает себе шестой уровень спирит, но до тех пор они реализуют очень себя успешно. Не может не радовать. Пробить, но он не слышит, даже если выдаст, скорее всего, не хватит урона. Очень много хп, плюс дикей постоянно. Поэтому лучше лишний раз не рисковать. Тем более, кривы тоже подойдут. И СТП, что мы спирит прилетит, после этого тоже не пойми, что делать. Ну а там, тем временем, смотрите, сверху, как только оставили Никса одного, проблем никаких нет. Приобретает себе арканы, пятая минута, чувствует себя превосходно. Там, тем временем, снова чуть не убили, а нет. Потому что в этот раз ТП Оракл еще сделал, поэтому более-менее пасы. Снова на Артеса выходит. Есть у меня слэш, конечно, соблазн того, чтобы пробедить, да? Пройти вперед и победить этого самого Андайнга. А, но до тех пор, пока жду чего-то, не стал выдавать мне слэш, сломя голову. Ну а что, да, получает себя шестой. Похищает хейс себе Undying. Так, шестой уровень.
И можно спокойно стоять на линии дальше будет. Да, вот он шестой, там, типа, Undying. Undying. У Undying все хорошо, вот Shadow Demon. У него бывает нейтральный крип. Здесь Артес у него пытался похитить курьера. У него особо не получилось. Ну, хаст. Хаст как минимум похищен у Джиггернаут. Это уже профит. Замечательно. А, для обеих команд 2-2 счет, графики плюс-минус, да, 2000 опыта, 1000 золота в пользу команды. А Yellow Submarine не так критичен, там где-нибудь сразу же метки АТС все-таки приговорили, да. Тоже интересный момент, почему он агрессивно себя повел. Напросто его здесь забили. Там стон был поставлен, еще кучу золота подарили для Кингсау, это тоже неприятно. Правда, убийство все-таки Огрмаг забрал себе. Летел Fortune Sand, успеет остаться, будет ли Ignite. Ignite пошел, но Firebust уже выдавать не будет. Если 2 золота получила команда Zero One после этой вылазки Undying. И это надо бы все-таки прекратить. Тут Storm Spirit есть, но у нас здесь он не слэш, Blade Fury, поэтому Джигинал не лучше цель, он пошел Blade Fury моментально тут же и пытается он тут размансить. Но если будет он не слэш, просто улетит отсюда, или еще подспрячет, может быть, кого-нибудь. Но нужно, конечно, уходить, вас купить и возвращаться уже фуловым ХП. Маны пока не так много, но хотя вот он. Вот он решит эту проблему с отсутствием маны в любом случае. Поэтому может спокойно позволять себе тратить подобные вещи. И к тому же в 8 минуту скоро появится новая руна. О, проблем не будет у нас совершенно никаких журналов. В этом плане, по крайней мере. А тут Никс похищает руну сверху. Его уже ждут. Может ли он прокликать? Винде 1500. Да, иллюзии забирает себя. А, не слушайте. Я... А как? Флоу, флоу, флоу. Что пытаться здесь приговорить, будет ли там стон, будет ли он три, да, пошел на хватит этого, здесь тоже Никит Игнайт, пытаться джучи что-то предпринять, но руна очень много, им получить 6 секунд, Бладласт себя не повесить, есть Файрбласт, никого на Артеса, пошел очень центр, привязали, Артес погибает, успеет ли убить Джунчи, не получается, разворачивается, выбирается ли ему, Фасу теперь уже прыгает на ПСМ, пытается сломать, там стон, это не лучшая цель, нужно бы ему пытаться успеть убить, и получается у него это сделать, но при этом теряет свою жизнь. Размен. Еще Огрмага приговорили. А кто приговорил Огрмага у нас тем временем? Рингс? Ассасин. Фантом Ассасин, видимо, кинула Дагерок крайне успешно. И убила просто-напросто с него, с помощью него, этого парня. Там еще и наши, по-моему, Оракл. Да, Оракл тоже нашли, но Оракл отсюда, понятное дело, никуда не денется. Три убийства сделала сейчас команда Yellow Submarine. Возвращает на свое былое величие. Время уходит на нижнюю линию Никс и снова хочет кого-то поймать. И, кстати, кого-то может и поймать, да, тут Никс Ассасин, если выдаст просто удар банально, но Лофер чувствует успех, да, он тут никак не среагировал. ПСС войт на такой выход и теряет в очередной раз свою жизнь. Уже 0-3-0 счет нашего товарища на Faceless ID. Что он там делает и почему-то такие вот показатели непонятно. До сих пор у него нет ультимейта, только пятый уровень получил. А здесь смоки моментально спадут, если просветка хоть что-нибудь вард поставить. Да, просветка пошла, я чуть безрабшен, нужна поддержка, ПСМ также бежит. И серьезная проблема сейчас могут быть, его опять пытаются убить Томстоун, это у него не получается. Хотя получается, снова уходит вниз, но то есть висит просветка и минус в очередной раз на Крингса. К сожалению, в размен всего лишь на Томстоун. Ну, хотя бы так, да. Получил он себе минус 209 золота всего лишь. Там тем временем телепорт на низ идет, кого-то ловить вновь хотят. И можно попробовать Войда. Можно попробовать Войда до тех пор, пока у него нету, да, хроносферы, но находит Оракла. Подцепят ли его, полетел Даггер, тут же пытается пробить, и один крит, и минус, скорее всего, Оракл. Даже крита не понадобилось, просто не добил. Продолжает наращивать преимущество команда Yellow Submarine. Продолжит ли они в том же духе, когда появится хроносфера у Войда, и тонны урона в эту самую хроносферу мы с вами посмотрим. Там он уходит с Тайм Волком, но все еще сигналит, что там он где-то ходит. Но нет, Лофер в этот раз в безопасности. У него замечательно. Это посмотрим уже на Нетворсы. 5500 имеется, 5600 для АПСМ. Дальше идет Джиггернаут 4700, да. Фармит себе вражеский. Пока что свой, к счастью, пока что свой лес. Ну, а что мы спирит у нас? Что мы спирит у нас? Парни, тоже вражеский лес, да, хочет он себе, пока непонятно. Ну, ему бы, да, в идеале Sovereign Bloodstone, но пока 10 минуты и не пахнет. Как бы то ни было артефактов. Что могло бы помочь ему на линии МД.
ПСМ. Продолжает бить. Да, вот кидает гирок и начинает пропущивать вышку. Подошли крипы. Но справится сейчас с новой, конечно. Огрмат согласно. Агрессив вырывается просто бить Лофера. У Лофера до сих пор нет трансфера, поэтому ПСМ тебе совершенно может свободно это позволять. Вынуждены прожимать сейчас глиф. А может по ним. Что демон в случае чего подсейвит ПСМ. Так что пока вот такие дела неприятные. Надо было хиллвар сломать. Я. Нормально. Ну нет. То, что полетел игнать на флоу, вот ли подкопчик не достается, разворота там тем временем блинкается на Огр Магл. Ой, ну без ПКБ это не лучший дед. Есть у нас еще это Оракл повесил. Фейтс Эдикт. Бегут дальше, пошла просветка, и Оракл, Огр Маг здесь пока что не ловят. Но полетел еще один блинк дагер. Ну не блинк дагер, просто дагер. И здесь все-таки говорят, но уж очень долго живет. Фейл, еще пару ударов. Что у нас перед? Далее, гонится. Оракл он тоже догоняет. Вот так прокачивал на единичку, отлично для него. Выбор, 10 уровень как-никак, и минус. Очередной раз член команды Zero One. Четко минус 2 саппорт, спас чудом, да, там. Линкс через ушел инвиз и ТП. И все вроде как хорошо. Для него, по крайней мере. Ну не скажешь про остальную статистику, да. Деньги и опыт сейчас совершенно болезненно для них вырываются в пользу команды Yellow Submarine. Да, сейчас снизу, возможно, вышку заберут. Как-то хоть реабилитируются более-менее, но до тех пор очень грустно, что сверху уже ПСМ начинает пробивать Т2. Ему бы еще поддержку в виде кого-нибудь, хоть репортируется на низ Артес. Стоит ли до того пошло, то он стоун, его бы сейчас приговорить могут, полетел у нас Дикей, хоть сломать, получилось, пошла просветка. Есть Вижен, сейчас на Муфасу, у Муфаса могут быть проблемы, также он как-то Доминик Пёрдж, хоть похилялся немножко, но это ему не помогло, стики. Результаты были прожаты безрезультатно, все равно его забрали, и это отличный фраг для команды Yellow Submarine, опять-таки, размен на башню. Ну, хотя бы так, да. Иначе гибель бы совсем была промедлена. Не задуная ли там случайно? Это все-таки сила света разрушает сооружение. Годите. Джиггернаут разрушил башню. Это было бы крайне обидно, если бы получилось задунаять еще. Ну и что? Может, хотят Рошан? Ну, Рошан пока рановато, скорее всего, забирать там даже... Не хватит. Нет нет возможности урона столько нанести просто. Или будут терпеть. Терпеть, видимо, да. Есть лайфстил. Владимир Софрин. Стефан Масокин себя собрала. Есть лайфстоун. Уже изолятор себе нафармился. Ну, 8 тысяч на торс, кстати. Никсмана, но тут уже готовится. Готовится нападение. И невидимо забирает себе. Просто подходит, забирает Джиггернаут. Это интересно. Тут же подходит Клинкс, тут же видит кого. Вырывается много маг, но БКБ нет. БКБ нет, есть на сверх. Но сегодня нужно ставить, иначе будет большая проблема. Он просто стирает. Пошел на слэш по флоу. Вот так и не бывает сложно, чтобы предпринять. Нет, получается атаку. ПСМ просто разбудил уже лица двух людей. Пытается также подсветить Муфас, но он уходит. Дикей попадает, но недостаточно, чтобы нанести летальный урон. И Муфаса съедает крипчика, отъедается. Но проблема остается, потеряли троих, не было хроносферы, был он не слышно. Помог убить только одного Никса, и Рошан все-таки для команды его самой. Ну, вообще, основная проблема именно была в том, что забрали там. Но проблема в том, что успели убить Faceless Void, да, иначе все могло бы обернуться совершенно иначе. Не пойми, как могли бы там подраться, если бы Клинкс успел выбежать с этой сферы еще в идеале. Там что, он спирит его развлекал? Было неприятно. Сражается. Без Аршида, конечно, идея не лучше, ему на подмогу уже нужно бежать. Иначе Муфас его продолжит искать. Так вот, неприятно все еще. Во время Аршида все станет в разы хуже для Муфасы. Ну, точнее, у Муфасы все станет в разы лучше, а вот у Штурм Спирита все станет в разы хуже. Улетать он не сможет, там уже готовился давать стан в случае, если кто-то подойдет. Но, тем не менее, пока урона не так уж и много. Муфаса. Клипов периодически подъедают, но это недостаточно. Убить того же Штурм Спирита на лоу. Ну и что будет делать, ребятки? Башня. Заканчивается с ним Bloodlust. И команда его с ним пытается пропушить. А Игис у них по-прежнему имеется, никуда они еще с ним не выходили даже. Только свеженький, только с Рошаном. Будут пытаться ломать. Будут ли им мешать, вот в чем вопрос. Судя по всему, мешать не хотят.
Да и нет в этом смысла никакого. Можно опять-таки всем погибнуть. Но все зависит именно от фейса Свойда, который должен дать хроносферу. Хотя бы в кого-нибудь. То есть в идеале в шторма плюс ПСМ, да. Тут демоны еще. Врывается. Ну так. Убили Кинса. Просто подлетев. Серьезно. Такое. Андайнг увидел, шторм среагировал, и все идеально. Все-таки минус 15-5 по-прежнему нас доминирует на ровном месте. Команда Yellow Submarine, если бы казалось, возможности на камбэк. Но опять-таки, да, ни разу не было поставленных на сферу за месяц. И там Джигернаут начинает пушить Т2. Правда, тут падает Т3. Он немножко подлетел вперед, курьера хочет убить, и курьера убивает. Получится ли последний удар ему сделать, но нет. Вижен пропадает в лес, уходит, там тюнинг сражение идет, видят они. У нас находится где Void. Войда прокликали. Вот, то прогнали, ну а ПСМ бьет. ПСМ бьет, и вышка, возможно, пробить получится. Возвращается к Ринсе. Сейчас тебе нужна хроносфера. И ее нужно ставить желательно вот на этих троих, потому что туда же будет дать дизрапшн. Врывается ПСМ, ПСМ проблемы. Пошел фаербласт. Серьезно. И сейчас вот эта самая хроносфера нужно ставить на двоих, но ПСМ не зацепила. Тут же должен быть дизрапшн. Почему-то не по Артесу. Спрятали они там флоу. Флоу возвращается. ПСМ разрезал тем временем. Фест Свойда, но есть таймволк. И таймволк спасает. Вот башня принимает решение. Сломать ПСМ и пока что живет. Есть подхил, есть. И подкопы, отлично, ПСМ выживает в результате от Purifying Flames и бежит дальше. Проблемы могут догонять. Нужен подкоп не стал, почему-то же не надо выбирать кефа в качестве цели и развернулся. Будет кидать дегерок и кританул он. Это проплат. Превосходит богов. Здесь уже ПСМ нужно застанет сейчас Джиггернаут, иначе большие проблемы. Телспромис выдает. Слушайте, снова он не слэш, но тут есть Карапас. Поможет это, чтобы нанести удар. ПСМ возвращается, ударяет, успеет любить. Сейчас он Джиггернаута очень критует. Нужен крит, друг, иначе ПСМ придет и все разберет. Но есть хилвард, и нужно переуходить. ПСМ задержался слишком долго здесь. А где же поддержка? Что он спирит, друг? Потому что там приходят еще и клинкс и проблемы. Последний удар. Вот он летит. А, Егис. Где? Есть шторм. Что за тимплей, друзья? Я не понимаю. Бежит уже сюда, конечно, Джиггернаут. Будет сейчас Томстон, будет подхил, блинкает сюда. ПСМ и вроде как живет пока что. Томстон моментально разрывает. Муфаса, большая проблема. И шторм только сейчас летает, пошла просветка. Муфасу нужно убить. Иначе тонны урона неспроста. Так, найти. Толстон здесь скрипает, мне не помогло. Джиггернаут пытается тоже пожить, но нету ни слэша. Правда, маны тоже нету. Штом скрипта, чтобы его подцепить. ПСМ за ним не гонится, но фейзы. А вы пока что оказываются быстрее почему-то у Джиггернаута. Тут бежит фейсы свой, пытается он спрятаться куда-то, но это у него не выходит. В результате все погибает. Очень жаль, 28 в пользу команды Yellow Submarine. 7500 золота, вообще никакого сопротивления не получается заказать команде соперникам. Но сейчас без Аегиса, возможно, не так смело. Ну, не смелым будет ПСМ. И вряд ли дадут забрать им барак. 10 секунд, 11 секунд до Faceless Wide, 23 секунды до хроносферы. Начал ставиться в центре, тут же разбивается ответный сентряк. Врывается, будет ли вард, не стал давать вортекс даже. Приберем. До лучшего случая будет правильный барак, ломают его. Тут ломать его. Пока не спешат. Немножко ману выжгли, тут пытаются телеклоны, дагеры и... Все-таки решили отступать. Там Муфасу нашли. Муфас пытался зайти в спину, но у него это не получилось. Тот же отправляется в таверну снова. Есть кеф, есть подхил от Андайнинг. Хроносфера по двоим, но не может подойти сюда. Будет не слышно, только через 5 секунд нужен подсейв. Хотя бы самого себя нет. Не успевает. Волтекс по двоим. Есть подсейв. И вроде живет Толстон. Джиггернаут все еще жив. Успел разрезать. Он что-нибудь. Томстон хоть что-то. Иначе погибнет просто-напросто. Томстон не получается не убить. Фейсослой также погибает. Есть у всех байбеки, но делать их сейчас это равноценно погибели. 20 секунд, 20 секунд. Ну, сторону не точно потеряют. И good game, well played. 2-0 в 20-й минуте. Все-таки пишет команда Zero One и не хочет нам сражаться дальше. Понимаю, что, видимо, нечего здесь ловить. Ну что ж, друзья, спасибо вам за просмотр. Дальше у нас ждет The Grand Final. Команда Yellow Submarine. 15:00, по-моему, начало. Поэтому у нас еще час. Или начнут раньше, я уточню обязательно пока что. Оставайтесь на линии. На связи, так сказать. Ну а с вами по-прежнему была студия UCC, ее комментатор Владимир Дабл Ди, и услышимся. Услышимся после небольшой рекламной паузы. А пока у нас рекламная пауза, друзья, вы не забывайте, что... Вот, да, он показывает нам, но это я покажу чуть позже, что у нас есть замечательный спонсор fnb.com, где он...